вы там перейдете в другой автобус. Я вам покажу ваш автобус, вашего гида. У всех автобусов компании «Атлантис» на лобовом стекле такая большая табличка. Написано «Атлантис. Экскурсии по Израилю» и номер автобуса. Так вот, кто будет пересаживаться, вот гида вашего зовут Александра, а ее автобус номер 40. Все остальные, никто никуда не пересаживается. Вот на этом автобусе мы с вами продолжим экскурсию. Он номер 16. Мы поедем с вами в Цфат, национальный парк Цпори. Потом расскажу, как день будет устроен. Автобус номер 16. Я буду ваш гид. Меня зовут Дмитрий. Кому удобно, можно просто Дима. И наш водитель Аркадий. А потом в конце экскурсионного дня, вот кто пересаживался к Александре, вы к нам снова вернетесь, и мы вас привезем в Нетанию, в ваше отель, откуда мы вас забирали. Так что вот такой вот будет план у нас с вами. Как я уже сказал, ехать нам с вами примерно 20 минут. И когда мы приедем на парковку, на стоянку, небольшой торговый центр, он действительно небольшой, хотя и двухэтажный, и вот там